четвертая партия скандинавка. Получается обычная скандинавка, но через вот такой вот хитрый порядок ходов. Да. Конь f3 вариант Алексеева держится. В предыдущей партии получилась неплохая позиция по дебюту. Конь e5, конь d7. Здесь самый неприятный ход, это просто даже вместо конь e5 слон g2. Но Алексей предпочитает просто получать двух слонов и играть потом в эту позицию. Они у него получаются неплохо. У белых, конечно, есть и другие пути. Можно конь c4, можно слон f4, можно конь b5. Но у нас соперника немножко другой стиль. Поэтому пока просто развитие. В целом меня устраивала позиция в предыдущей партии. Особого резона уклоняться не вижу. Не буду пока рокировать. Сразу слона заведу на f4. Ход полезный. Видимо, последует конь d2. А так даже. Интересно. Конь d5. Серьезных противопоказаний нет. Конь e4. Надо рокировать все-таки. Конь c4, конь e7. Конь идет на f5, но положение слона f4 не совсем стабильно пока. Почему-то Алексей будет пытаться сыграть вверх с d2 и пытаться просветить это. А, c5, интересно. Хотя и намертво прихватить пункт d6. С другой стороны, белые отдают тоже очень большое количество пунктов. То есть палка о двух концах. Не будет здесь ферзей, и, например, если черные сменяют пару коней, то у них просто будет выиграно. g5 слабость, h3 слабость, f2 слабость, d4 слабость. У меня потенциально плохой король. Наверное, позиция объективно примерно равная. Может быть, ее будет тяжело играть за черных. Например, после какого-то хода общеукрепляющего за белых вроде ладья e1 или ферзь b3. Надо что-то придумать. Конь e5 ничего не дает. Да, вот этот конь d7 расположен очень глупо. Там бы его перевести. Сделаю пока корявый ход конь b8. Может быть, конь идет на h6, на c7, на b5 или на d5. Очень глупый и медленный маневр, но просто ничего лучше придумать не смог за это время. c4. Конь пошел дальше. Здесь я не делаю никакой тактики сразу. Если конь встанет на b5, будет было бы неплохо. Видимо, сейчас его не пустят, но это уже достаточно серьезное ослабление белого короля в том числе. Правда, черный тоже прослабнет после b5 очень серьезно. Непонятная позиция. Но b5, скорее всего. Я думал, что будет сыграно b5, но вот все предпочитают профилактически защитить пешку на d4. Тоже логично. Ладно. Тогда d2 и e5 уж тут пойду. Надо что-то делать. Да я, видимо, нельзя брать на d2. Придется брать на e5. В остальном, наверное, в этом нет ничего такого плохого. Ну, на d2 нельзя было брать из-за того, что висел ферзь. А, ну тут я, конечно, земнул пешку. Это очень глуп. Ферзей менять тогда уже нельзя. Все равно у черных коней остаются поля. В том числе поле d5. Вокруг белого короля много дыр. Может быть, позиция не так уж и ясна. Скорее всего, белым надо трубить отбой каким-то образом. Откатывать фигуры назад. Для блица, может быть, это неплохая инициатива. Ферзь f8, куда я не понимаю. Куда идет ферзь? Ладно, нападу на пешки тогда. Было бы неплохо все их объесть. Да, видимо, довольно удачный зевок оказался. Такое бывает. В целом нет противопоказаний тому, что у вас есть еще одно. Вот пешка висит, да, но в целом это, наверное, не так страшно. А может быть, я недооценил опасность.
Ладно, конь d5, хотя да, это уже неприятное изменение, здесь конь f6 будет ход. f6 не сыграно, интересно. А, видимо, считает, что у меня практически нет ходов в этой позиции, но это не совсем убежден, что это так. Конь идет на f4. Шах какой-то. Шах, забрал слона. Этот шах, по-моему, пустой. Белых нет следующего хода, ну и мат на d2. Всем спасибо за внимание.